Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисан, и сегодня я объявляю открытие еще одного сервера, точнее, как еще одного. Это тот же Amazing Pokeworld, который был на старой версии, но сейчас, ребята, он перешел на новую версию. Как вы уже можете видеть, я уже достроил спаун, мне помогали там несколько людей. Уже настроил магазины, уже все сделал. Какой арт красивый. Уже все сделал, и, ребята, открытие сервера. Я извиняюсь за то, что... я так поздно объявил открытие, но все же, ребята, открытие сегодня, то есть в понедельник. В понедельник, 29 декабря. Я все-таки постарался, я доделал сервер до того... доделал сервер до Нового года, как и было сказано в теме ВКонтакте. Где у нас был опрос, если больше человек проголосует за, чем против, то тогда у нас будет переход. И там намного больше было за, чем против. И вот, ребята, у нас переход. Уже все, можно сказать, настроено. Уже построен спаун. Уже настроены магазины. Уже все сделано. Вы можете сегодня уже зайти, прийти на открытие сервера, участвовать. И, в принципе, завтра или послезавтра тоже на этом сервере также у нас будут большие розыгрыши многих призов, да, то есть легендарных, шайни и всего такого. То есть, ребята, сегодня в 6 часов по Москве. В 6 часов по Москве, это уже, это вроде в 5 часов по Украине, если я еще помню. А вот это, сколько там времени, какая разница. То сегодня, ребята, в 6 часов по Москве можете зайти на этот сервер и... играть на нем, на новой версии. Версия не прям самая новая, потому что там много багов, и не захотели ее устанавливать на этот сервер, потому что там очень много багов, и, в принципе, много бы дюпов, багов и всего остального было. Ребят, на этом сервере еще нету арены, то есть арена будет строиться позже. Я все сделал, самое главное, что нужно, чтобы было, чтобы сервер полноценно работал, а от арены и турниры, это все так, это все позже. В принципе, арена же делается для турниров, а какие турниры на открытии сервера, на открытии сервера, то есть... у людей еще даже не будут прокачаны покемоны, какой нафиг турнир. Также... это и связано с гейм-лидерами. Какие нафиг гейм-лидеры, какие нафиг гиммик, если в этих... если в людей еще даже не будут прокачаны покемоны. Ребята, это места для домов. Тут у нас 10 территорий, которые вы можете приобрести или выиграть, или еще что-то. То есть вы можете жить прямо от 10 шагов или там 20, сколько тут блоков, не помню, 20-30 от спавна. То есть вот тут спавн, вы можете тут купить или... выиграть дом и прям жить тут, построить не дом, а территорию, построить тут себе какой-то дом и все такое. Ребят, на тут есть покерадар, также как и было, то есть на других серверах вы нигде не найдете покерадар, только на платных, а вот тут на бесплатном сервере вы можете найти покерадар. Чуть-чуть увеличен спаун покемонов, чем был на... о, как раз новый покемон. Чем был на предыдущем сервере. То есть, вот тут у нас, ребята, будет арена. Потом от спауна вот сюда туннельчик такой. И вот тут у нас арена будет. А спаун покемонов немного, ребята, увеличен. То есть, больше, чем на предыдущем сервере. На предыдущей версии. И, в принципе, ребята, все. Я сказал все, что хотел. Я объявил открытие сервера. Я вас, ребята, всех тут жду. Не забывайте то, что на не на открытии, а через день, через два тут будут большие розыгрыши легендарных и всего такого. Ребят, вы можете зайти, участвовать и, в принципе, наслаждаться, играть на этом сервере. Тут как раз уже, да, стоят у нас продажи и все такое. Ребят, давайте на этом закончим. Ставьте лайки. Давайте, точнее, давайте уже на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем... пока.